вот эту пегматитовую жилку. Будем работать ниже. Должен идти кварчик вниз сюда. Она сваливается туда. Туда. Вглубь. Немножко расчистим. И потом сниму снова. Ну вот эта копь, куда сегодня шли. Жаль, GPS здесь не берет. Вот уже шпат появляется. Значит, идем верной дорогой, товарищи. Поблескивает. Ну да ладно. Сейчас здесь разберу, потом включу. Небольшая появляется уже. Небольшая минерализация. Вау. Не обвалилась бы только. Вот, похоже, что нашли какую-то щелку, кармашек. Неудобно, сейчас выгребу сюда. Ой, очень маленький он. Расцепуха, раздавленный кристалл.
Надо снять пару плиток. Ну вот эта жилка, не знаю, как ее называют, студенческая, по-моему. Но вчера я здесь вот копался. Интересные образцы. Жаль, их увез. Показать пока нечего. Но сейчас вот расширюсь, углублюсь. Все равно что-то будет. Немного разгреб. Вот видно, что минерализация пошла. Вот такие вот вещи. Ну вот уже интереснее образец. Снопик кристаллов. Большой кармашек, хотя они здесь вдоль всей жилы идут, поэтому трудно сказать, что кармашек он вот так вот вдоль идет, то есть по всей жиле можно выбирать. Вот тоже мелкие. Но где больше глины будет, там возможно в глине будет лежать отдельные кристаллы, иногда неплохие. Вот уже в глине попадаются. Темновато. Плохо видно. Ну ладно, сейчас буду разгребать пошире. Да, интересные образцы попадают. Интересно отмыть. Кварц какой-то немолочный, не дымчатый. Отмыть тоже кристаллы. Вот, неплохо.
парочка интересная. Кристаллы обелисковидные, неплохие. Надо отмывать. Близко видно, это вот тут снупики лежат вот сюда пока. Вот тоже кристаллы в глинке. Свет. Да, отмывать надо, интересно. Вообще веселая жилка, конечно. Главное, разбирается практически руками. Ну или молоток один геологический, все тут пойдет. Ну, неплохо, карман появился, я даже и про фото забыл. Здесь вот мешочки хорошие, образцы. Вот тут кармашек. А вот видно, наверное. Хорош экземпляр. Вот в этой глинке. Думать. Продолжаем кино. Красота. Вот это да. Вот.
это да. Вот это обелиск, так обелиск. Есть еще. Есть, мыть надо. Какой плоский.
есть уже. Вот примерно как-то так, еще минут 30 доберу.